3, 2, 1. А мы живые! Мы живые! Да. Ля-ля-ля! Ля-ля-ля! Ха-ха-ха! Мы вышли! Мы вышли с офиса, чтобы затащить! Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Dungeon Cherry, Черный Гад, Аспид. Как всегда, отлично настроение, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Сегодня у нас очень классная рубрика, потому что мы будем записывать аниматроники пугают охранника. Самая популярная рубрика на моем канале, которая помогла мне достичь 1 000 000 подписчиков. Ребята, всем спасибо. Если пить, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем. Экран не бей, новый экран, только же ж купили охранникам. Я не вижу Боньку, можно на кнопку там нажать все-таки? Может, старт надо там нажать? О, есть! Ты чё сразу пришел к нам? Давай полегче. Хорошо. Это какая ночь? Какую ты нам сложность сделал? Первая, вторая, девятая, первая? Да. А я думаю, что первую ночь переходил сразу до окна. Ты обманщик! Это у тебя собственная, да, ночь? Своя собственная. Это что ты нас убил за минуту 5 раз? Это первая ночь, ребята. Первая. Знаешь, что большой плюс? Хотел сказать, у нас энергии нет, но у нас энергия кончается. Осторожно, они так не убиваются, нема смысла, убьешь только своих. Все, открываем двери, ждем. Двери не закрывайте, потому что энергия очень быстро тратится. А нам надо продержаться. 8 минут будет считаться вся ночь. Буду предупреждать, когда будет Фоксян. Не-не-не, предупреждаю. А, ну хорошо. Конечно, это нечестно, но мы сейчас этот, как, понажимаем все камеры подряд здесь, которые не работают. 3, 2, 1, Фоксян идет. Ну-ка. Не вижу. Камеры, клацайтесь. Шкатулка есть. Экран сломали. Экран, да, залагался? Нет, сломали. Я же говорил, не бейте монтировкой. Вот он. На всякий случай закрываем везде дверь. Ага. Подожди, а где ты пришел, если я тебя нигде не вижу? Ты можешь ложные звуки издавать, да? Могу. У меня Чика. Чика? О, еще раз пришел. Ах ты челик, как ты челик, мы тебя знаем. Одни глаза светятся. А сейчас будет особый сюрприз в офисе прям. Так, 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 внимательно, внимательно, внимательно. Этот хитрый жук хочет нас обмануть. Ставьте лайкосик. Подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день, стараемся записать очень классные режимы, которые вы просите в комментариях. И заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании, мы каждый день собираемся там и проигрываем вот как сейчас. И можете с нами записать. Подожди, а как получилось? Ты пришел с правой стороны, никто двери не закрыл. Угу. Я думал, что можно постепенно, ближе, ты получается резко до окна подходишь. Как так-то? А тут никого не было. Как так-то? Где ты? Где ты? Я иду за тобой. Марионетка! Я аж дернулся. Это жесть. Ты что, ненормальный, что ли? Шкатулку надо заводить? Ага. Ты задрал. Ты на нас свалил очень много обязательств. Камеры заработали. А сколько ты первую ночь? Буду полегче. Нет. Первая ночь. Мы уже слились. Не смогли мы затащить, но мы продолжаем. У нас было, у нас это, 3 жизни. Еще 2 жизни на ходу. Правило меняется. Может, на самом экране вот тут надо прям клацать? По пустому месту? Шкатулку заводим. Так, внимательно, он же может нас обмануть, я знаю его. Это хитрый жук. Смотрим. Боняша, получается, с левой стороны подходит. Вижу, он стоит. Я буду уже, держу на кнопке. Никого? Нет. Блин, он же хитрый. Сейчас только я отвернусь, он... Опа! А где он? А он ушел, все. Я вижу. Открыли. У него настроение, видно, не очень. А я могу его двигать? Давайте проверим, умру или не умру. Да ладно. Он ничего не делает. Возвращаемся. А! Быстрей! Я успел. Готовьте, еще в чуть-чуть. Реально, смотри, идет шадоу.
Эй, Shadow Freddy жилой. А ну подожди, стоит? Стоит. Чё так долго стоишь? Уходи. Энергия кончается. Чё там, ремонтируешь экран? По пузу бей. Ушел наконец-то. На, попей. Вот ты молодец, вот ты молодец. Смотри, ты чё, решил нас с двух сторон обойти? Да. Так, бей ему по жопе монтировкой. У него этот, батарея садится быстрее, когда по жопе бьешь. Так, все спокойно. Умри, я слышал звук трупейшена. Все спокойно? Все спокойно. Опять, ты чё? Нам всю энергию высадишь. У нас же не Nokia 3110. Ребят, у вас осталось 2 часа до окончания первого. Да, 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 да. И 2 жизни. Мы что, один раз умерли? Ах ты жопа! Ну кто открыл? Ну не надо открывать просто так! Мы же проиграем! Так, все, осталась последняя жизнь. Давайте, сейчас. Ребята, пожалуйста, давайте этот просто закроем дверь и будем сидеть на крысу. Все, ура! А, значит, так. А вот, ну конечно, что ж ты хотел? Внимательно, внимательно, пацаны. Кто-то должен. Если один выживет, то мы не умрем. Должен кто-то один из нас остаться живым. Включаю хардкор. Какой хардкор? Это ж первая ночь. Ты же сказал, что все легко будет. О, двери стою. Легче, легче. Вижу, вижу Чику. В голову ей, в висок. У вас осталось 1 час до окончания ночи, уже 5 часов. Такой отчет делаешь, как будто мы должны умереть. Давай жить дружно. Там. Нет, никого нету нигде. Они стоят рядышком, знаете, что он готовит? Он ждет тайминг, чтобы одновременно опасть двумя. Чикой и Бонни. Правильно я думаю? Да-да-да. Видите? А где она? А давайте я вас испугаю вот так. Я уже боюсь. Смотрим, смотрим. Сзади, пацаны, наверное, в стекле сейчас появится кто-то. Внимательно чекайте. Нет. Нет? Где он? Вижу. Ближе уже. Через 3, 2, 1. А мы живые! Мы живые! Ля-ля-ля-ля-ля-ля! Мы вышли! Мы вышли с офиса, чтобы затащить! Ты не смог! Ты не смог нас выиграть! Мы затащили! Пока не что. Готовы ко второй ночи? Нет! У нас это же продолжение ночи еще идет. Ты, короче, твоя цель добить нас. Давай, сможешь убить или нет? Конечно. Давай, покажи, пацаны, двери не открываем. Сидим в калитке. Опа! Не открываем, не открываем. Батареи хватит. Энергия есть. Энергия ци есть. О. Где он вообще пришло? Это баг. Отлично все. Ну давайте шкатулку. Все, ребят, вам пойдет. Нет! Жми, нажимай шкатулку, нажимай, гоняй на шкатулку. Кнопки аж ломаются на клавиатуре. Не открывай, не открывай, он нас убьет. Тебе что, дороже жизнь? Никого. Ты нас не можешь выиграть, мы затащили, получается? Ля-ля-ля, пацаны, пошлите гулять по пиццерии. Тут очень добрый этот челик. Ага. Фокси сейчас побежит, он руку поднял. Закрывайте дверь! А, говно! Быстрее. Да чё я зависаю? А, дверь закрыта, дверь закрыта. Это не Фокси был? Вот это он атакует, смотрите, как он нас хочет убить. Ха-ха, 4 раза подряд. Не получается у тебя. Красотища. Ну кто? Открыл двери. Это же я должен был их открыть. И я, друзья, что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте руку ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.